Еще один ребенок пострадал из-за беспечности взрослых. В четверг днем на пересечении улиц Смирнова и Челышева столкнулись два легковых автомобиля. Водитель Kia при повороте налево не пропустил двигавшийся ему навстречу в прямом направлении Nissan. Удар пришелся как раз в ту часть авто, где сидел 7-летний мальчик. Если бы не удерживающее устройство, ДТП могло закончиться трагедией. Ребенок был пристегнут детским удерживающим устройством ФЭСТ. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, телесные повреждения, в результате чего был доставлен в областную больницу.